Всем привет, я канал Петуцов Китин, а сегодня мы попакуем бананы животные. Точно. Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. Сегодня Кристинушка будет заниматься творчеством. У нас такой замечательный набор для творчества от Джека. Бумажные оригами, животные. Кристинушка, помнишь, мы когда-то уже делали 3D-пазлики, 3D-животных, но это были не Джека, это были немножко другая фирма. Я думаю, что Джека должны быть немножко поинтереснее, поскольку мы знаем, что у нас были уже пазлики Джека, да, они очень-очень качественные, очень хорошие. Поэтому сегодня мы будем делать такие объемные 3D-животные или оригами. Кристинушка, я предлагаю... давай мы еще скажем, наверное, здесь все-таки мы будем это все собирать без ножниц и клея. И вот такие у нас прикольные будут животные. По сути, то, что нарисовано в 4 этапа, оно все собирается. Не знаю, правда это или неправда. В общем, сейчас мы это все откроем. И... Хотя, помнишь, у нас папа, ты помнишь, мы папа крабика примерно делали? Да, мы делали крабиков и каких-то там и морских животных, да, Кристинушка, и зайчиков, и в общем, разных. А сегодня у нас, да, и даже сладости, Кристинушка, были у нас. Давай-ка, Кристинушка, посмотрим, кто у нас сегодня будет в нашем наборчике. Это вот такой зайчик. Это, кто это, Кристинушка? Это свинка. Наверное, свинка, судя по пяточку, это свинка. Затем у нас белочка такая красивая. Сова. Это что это такое? Кто это? Это какой-то олененок маленький. Нет, папа, это жираф, папа. Ты думаешь, жираф? Ну, давай мы соберем, потом посмотрим. Это, наверное, часть его. Да, это, наверное, Кристинушка, все-таки жираф. Может быть. А может быть и нет. Так, что это все у нас, Кристинушка? Это сколько у нас там? 4 их или... О, смотри, Кристинушка. Еще вот здесь такая инструкция есть. Наверное, как их собирать. Такая девочка симпатичная нарисована. И какие-то разные аппликации, разные такие вот объемные штуки, которые могут быть. И вот да, кстати, Кристинушка, инструкция. Как собирать. Я думаю, без инструкции можно их разве что выдавить. А уже где какие сгибы, то да, наверное, все-таки нужно будет немножко подсматривать нам. Кабанчик вот такой, свинка интересная. И белочка. Смотри-ка, мне белочка вот нравится очень. Она, наверное, немножко посложнее, потому что она вот у нее много разных деталей. Ну, то, что я вижу здесь, то, по-моему, его немножко легче собирать, чем те наборы, которые у нас были. Покачественнее. В общем, давай соберем, а там сравним потом. Смотри, наверное, давай вы с мамой будете вместе собирать. Эй, Кристинка, ты что там спряталась? Ты за кем там спряталась? За белочкой? Тебя не видно. Давай, Кристинушка, смотри, вы с мамой будете вместе собирать, она тебе будет помогать, а я буду отдельно что-то собирать. Наверное, я вот зайчика выберу. Можно мне зайчика? Или свинку папе дашь? Кого? Свинку, давай, а ты хочешь зайчика. Давай, папа будет свинку собирать, а мама чего-нибудь там покрасивее с тобой, окей? Зайчика. Давай зайчика начнем. Я пока начну. Смотри, Кристинушка, а свинка-то у нас не просто так. Она в штанишках, да еще и с карманами. Прикол? Смотри, ушки. Так, ну, наверное, я все-таки сейчас пока достану инструкцию. Кристинушка, зайчик, конечно, посложнее, поэтому выберите инструкцию, а я буду кабанчика слаживать. Кабанчик почему-то, мне кажется, не такой сложный. У него тут, по крайней мере, он только из одного кусочка состоит. И сейчас мы попробуем его как-то собрать.
Да, Кристинушка, ты знаешь, немножко я повременил с выводами. Все-таки нужно будет здесь использовать клей. Я почему-то думал, что без клея. Но все-таки на вот этих стыках и сгибах нужно, да, использовать клей. Ну, я думаю, ничего. Клей у нас есть, так что справимся. Кристинушка, давай мы покажем, кого мы уже сделали. Вот такого сделали кабанчика. Наверное, он мальчик с такими клыками. В шортиках таких, с кармашками. А вы сделали зайчика-девочку. Да, я покажу. Вот она, наверное, в юбочке, да, Кристинушка? А девочка, потому что у нее заколочка вот такой, в виде бантика такого. Да, Кристинушка, наверное, все-таки это девочка. Ну, Кристинушка, очень красивого вы зайчика сделали. А папа такого слюбил кабанчика. Такой сказочный лес с животными. И такой зайчик. Прыг-прыг-прыг. Прыг-прыг-прыг. Ну, класс, класс, Кристинушка. А кого вы будете делать, Кристинушка? Вы лисичку или белочку делаете? Я сама делаю. А, это сова, да? Вот от совы. Голова. Сама делать. Хочешь сама? Да. Ну, надо тогда перевернуть страничку с инструкцией, там, где она. Давай все-таки подождем, пока вы сделаете сову. И вместе с мамой потом сделаете вот эту лисичку или белочку. Мило, да? А ну-ка покажи, Кристинушка, кого вы сделали. Сова. Сова. Класс. Несмотря на то, что нужно клеить их, из нескольких частей они состоят. Но получается очень классно, действительно. Такие очень-очень такие качественные, я бы сказал. Да, Кристинушка, смотри. Кто у нас есть? У нас есть сова, кабанчик. Кристинушка, а кого вы собираете? Давай расскажи. Олененка. Олененка будем собирать. Хорошо, уже договорились, что это не жираф у нас, а олененок. И... я подумала, что это жираф. Ты подумала, да, потому что шея у олененка тоже длинная. А сейчас еще параллельно будем собирать белочку. Голова уже готова. А ты будешь олененка, а мама пока собирает у нас белочку. Вот голова, вот хвостик. Такая будет сквик, сквик, сквик. Сквиро. Белочка такая. Прыг, прыг, прыг. Орешки. Та-дам, та-дам. Белочка готова. Прыг, прыг. А где же мои орешки? Где это мои орешки? Орешки, эй. Орешки, вы где? Смотри, у нас уже 4 друга есть. Зайчик, девочка, белочка, наверное, девочка. Сова такая. И такая вот свинка. Дальняя Кристинушка. Кристинушка, это дальняя родственница свинки Пеппы. Только которая живет не в домике, а в лесу. Потому что это дикий кабанчик. Такая. Может, какая-то двоюродная или троюродная сестра свинки Пеппы. Как ты думаешь? Все. Остался последний этап. Собираем олененка. Кристинушка, так кто это, жираф или олененок? Олененок. Олененок, смотри, какой классный получился. Какой он большой, больше, чем все остальные. Очень-очень классный. Кристинушка, у нас есть зайчик, у нас белочка, кабанчик, сова. И вот такой вот замечательный олененок. Здорово? Классно. Всем пока-пока. Всем пока-пока, спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. Кристинушка, ты животных сейчас их распугаешь, разбегаются. Канал! И ставьте лайки, пока-пока.